Рубик. Лайнгарасов клал Рубик, это тоже важный момент. Но 60 секунд не будет Димстрока. Пошел Хекс, надо засейвить. Омник, рядом Солыч. Подкоп, отличный эпицентр, пошел от майн-контроля, пошел свап. ХП пытается его быстро зафоксить. Вижно, нет, майн-контрол выбирается оттуда. Джейдж получает тычку, даблкил. И Рамзес спасается. 115 секунд не будет Эмбер Спирита. Рамзес отсюда не уйдет. Ой, как плохо, Рамзес отсюда не уйдет. Но есть первая смерть, нет у него формы, нет тиммейтов рядом. Есть только Бетрайдер, который может постараться как-то выиграть время. Отпрыгивает отсюда майн-контрол. Есть хекс по Рамзесу. И Рамзес теряет свой гадлайн. Это ужасно. Это ужасно. Эмбер Спирит очень долго сидит в таверне. 90 секунд. Ой, Соло здесь остался. Как же душит эта тычка с молда с талантом на баш. И мы видим минус 4 в исполнении Liquid при попытке от Virtus.pro зайти.